Сегодня очень радостный и приятный день. Сегодня мы погасили очередной конверт вместе с Почтой России. Дело в том, что подготовка к столетию Республики Карелия нас заставила подумать о том, что предложить Почте России для изображения на конверте. И, конечно, говоря о такой большой дате, как 100 лет нашей республики, мы обратились к нашим истокам, к нашим корням, к эпосу Каливала. Мы подобрали более 26 работ и предложили для Почты России работы разных художников, российских художников, карельских художников. И, конечно, среди этих художников ведущее место занимали Мют Мечев и Тамара Григорьевна Юфа. Это иллюстраторы эпоса, которые получили признание во всем мире за свое проникновенное прочтение эпоса. И Почта России вместе с нами долго выбирала. Это был непростой процесс, очень сложный. И тем не менее мы остановились на самом значимом герое эпоса Вейне Мёнине. И здесь, на этой работе Тамары Юфа, изображен Вейне Мёнин, играющий на картеле. Это не случайно, потому что в эпосе и по эпосу люди рождались уже мудрыми, пожилыми, со своим богатым житейским опытом, и люди, которые могли научить вокруг себя живущих людей мудростям, знаниям и правильно обращаться с природой и находить те самые главные традиционные дела, которые помогали становиться в своей жизни общества лучше, краше. И вот такое кантеле, которое освоил Вейне Мёнин, он людям дарил не только радость, не только заставлял их и веселиться, и танцевать, и отдыхать, но он заставлял их думать о том, чтобы сделать нашу жизнь еще краше, еще лучше, и помочь людям обрести себя в работе и в своем знании в жизни. Поэтому вот такой конверт с Вейне Мёниным будет сегодня по всей России рассказывать о нашем знаменитом эпосе, большому юбилею нашего края, Республики Карелия. 100 лет – это значительная дата, которая позволяет нам представить разнообразно работы наших карельских художников.